Они знают историю своей малой родины, чтут обычаи, знают все о фольклоре и особенностях национальной одежды, а все свои знания и богатый жизненный опыт передают подрастающему поколению. Хранители традиций своего народа в минувшую субботу участвовали в торжественно-праздничной обстановке на мероприятии, приуроченном к празднованию 15-летия клуба земляков Ненецкого округа. Все мы приветствуем друг друга, что все мы сохраняем свои традиции, помним свои корни, помним свою малую родину. Клуб земляков Ненецкого округа был организован на базе окружного этнокультурного центра в 2003 году. Сегодня он объединяет 37 национальных диаспор и землячеств, представители которых проживают на территории региона. Среди этих объединений есть совсем молодые, а есть и ровесники клуба. Свое 15-летие в апреле следующего года отметит землячество деревни Вижес. Давно хотели собраться, помогла Суборнова Любовь Игнатьевна. Она предложила, как собрались малым коллективом, так скажем, предложила, что вот есть такой клуб, может быть, не желаете ли вы в него вступить? И мы согласились, подумали. 80 человек пришло на первое наше собрание. Затем начали уже собираться, поездка в Вижес была большая, на день деревни мы улетели туда. И с этого началась работа. Собираемся по мере надобности, праздники празднуем вместе, совещания собираем, есть у нас активисты. О родной деревне участники землячества выпустили фильм, ролик и книгу. Сейчас ведется работа над новым печатным изданием. Кроме того, выходцы из Вижеса периодически собираются вместе и делятся приятными воспоминаниями. В Вижесе-то остается сейчас мало народу. Там у нас зимой 30 человек, наверное, всего живет. Летом, конечно, человек 50 даже, так бывает. А здесь 80 человек. Сейчас даже, наверное, и больше. Поэтому, конечно, здесь больше народу. Мы собираемся, вспоминаем о Вижесе. Это же ностальгия. Каждый год езжу, конечно, я лично езжу каждый год туда. Свой 15-летний рубеж 3 года назад перешагнуло усть-Сулемское землячество «Русь изначальная». У нас культура, как бы, как ее можно назвать, культура Древней Руси, то есть песни, которые у нас сохранились именно на нашей исторической родине, вот Усть-Сулеме конкретно. Уже даже в Великом Новгороде такие песни не поют и не знают. Поэтому вот в таком уголке коми республики сохранились обряды, традиции и песни. И вот они дошли до нас, и мы сейчас как бы вот эту культуру возродили в 2000 году в Наридмаре, потому что в свое время из республики Коми, конкретно из Усть-Сулимы, Пижмы, очень много сюда приехали наших вот как бы усть-сулемов, наших земляков для возрождения там, для строительства лесозавода, строительства города Наринмара, поэтому куда бы ни посмотрим, везде наши, так сказать, вот земляки оставили свой след на Ненецкой земле. Сегодня активистов из 37 объединений клуба земляков Ненецкого округа чествовали в торжественной обстановке. Сегодня мы пригласили вас, чтобы почествовать вас, чтобы сказать вам слова благодарности за вашу такую большую, замечательную работу, за ваши добрые дела, за ваши великие дела. Объединившись, землячества идут по жизни вместе, помогая и поддерживая друг друга. Здесь каждый знает, что о нем помнят, что в землячестве всегда найдется поддержка, искреннее тепло и участие. За сохранение традиций своего народа и исторической памяти о малой родине активистов землячества и диаспор отметили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Ненецкого округа и собрания депутатов НАО. Ирина Никишина, Владислав Носкин, телеканал «Север».